это все? Все, я дальше не поеду. Не хочу лишний раз на глаза дяди Саши показываться. Горелов, ты что, больной на всю голову? У нас заявление в ЗАГСе. Свадьба скоро. Ну а зачем ты сказала своему папе, что ты свои выходные с подругами проведешь, а не со мной? Просто не хотела его лишний раз раздражать. Ну вот и я не хочу. Поэтому все, пока. Горелов, а чего ты сегодня целый день дергаешься? Просто... А? Да нет, нет. Это просто настроение такое. Прикольно. После свадьбы у тебя тоже такое настроение будет? Нет. Ну хорошо, тогда целуй. Свет, ну что ты в самом деле? Ну хватит. Ну тебе хватит, мне не хватит, целуй. Золотил, блин. Ладно, вали, пока. Никитушка. Почему не спрашиваешь, кто? Я тебя в глазок увидала. А почему телефон не берешь? Я тебе целый день звоню. А он, наверное, разрядился. Я его забыла зарядить, а он разрядился. Я на городской тебе звонил. А тебя пахнет. Ты что, выпила? Ну, чуть-чуть. Я у Марии Владимировны на дне рождения была. Ты же сказала, что не приедешь сегодня. Она пригласила, я и пошла. Чего ж не пойти? А Мария Владимировна – это соседка? Соседка. А не сосед? Как Мария Владимировна может быть соседом? Ты что? Ну, не знаю. Ты понимаешь, что весь день как на иголках. Понимаешь, тебе звонил, звонил, беспокоился. Вдруг с тобой что-нибудь случилось? Или какой-нибудь сосед опять тебе цветы притащил? Господи, какой сосед? Не знаю, тебе видней. Ты что? Я ж тебя так ждала. Мне кроме тебя никто не нужен, слышишь? Никитушка. Что? А я теперь знаю, почему, когда мы с тобой встречаемся, мы шепотом разговариваем. Почему? Потому что люди, когда любят друг друга, их души рядом находятся. Им не нужно кричать, они не ушами, они сердцем слышат. А когда они чужие, когда им все плохо, они кричать начинают, чтобы одна душа другую слышала. Кричат, кричат, и все равно не слышат. Подожди, я тебе хочу сказать кое-что. Знаю. Ты хочешь есть? Нет, есть я совсем не хочу. Да? А я очень хочу. Я бы сейчас корову бы съел. Ну, коровы у меня нет. А куру зажарить могу. О, давай куру. Ну, как у нас дела? А дела-то никак. Я тебе курицу купила, думала, пожарю, когда захочешь. В холодильник поставила, она, смотри, вся фиолетовая, скользкая. И запах. А где купила? В магазине, недалеко.
Интересно. Чем же я тебя кормить буду? А что, у нас ничего нет? Чай с бутербродами. Чай с бутербродами? Ну, так это же замечательно. Я обожаю чай с бутербродами. Правда? Да. Никитушка. Ау. Знаешь, я тебе что-то сказать хотела. Что? У нас маленький будет. Кто? Маленький. Я даже у врача уже была. Ты не рад, что ли? Рад? Я очень рад. Что-то случилось? Ничего, я по работе. Жанна, Горелов, свяжись с Макаровым, и я жду вас в 9:00 на нашем первом объекте. Есть тема для разговора. Да, именно там! Секунду, куда это? Мне нужен директор магазина. А президента России не надо? Гриша! Гриша, пропусти немедленно. Это же Никита Васильевич Горелов. Угу. Наш генеральный. Угу. Понимаешь? Простите, не знал, виноват. Один день я к вам подошла. Это безобразие. Ну что, непонятно? Чего вы смотрите на меня? Я сколько раз говорила, на этом столе должен лежать только обработанный и готовый к новой реализации товар. Почему я на нем вижу это вонючее необработанное дерьмо? Что это за бардак? Для этих кур у вас есть отдельный стол. Вы хотите вылететь с этой работы, и вы вылетите с этой работы. Никита Васильевич, здрасте. Как говорится, рада вас видеть. А вот я, представьте себе, не рад. Перерыв. Быстро. Вот эта вот курица была вчера куплена в вашем магазине. Ну, вами куплена. Да какая разница, кем она куплена? Ольга Николаевна, у меня к вам сейчас единственный вопрос. Вот этот вот цех по реанимации протухших и просроченных продуктов, это что? Это ваша идея? Или вы выполняли чей-то приказ? Не, вот этого не надо делать. Приоткрыть пакетик-то, приоткрыть. Почувствуйте этот фантастический аромат парного мяса. Или как там на входе написано? Наши цены вас приятно удивят? Что ж вы молчите-то? Может, мне полицию вызвать? Тогда все оставшееся время вы проведете в каталажке. У вас есть еще полминуты. Ольга Николаевна действовала по моему личному указанию. Что? Вот. Ты хотел получить ответ на свой вопрос, ты его получил. Так, Лев Викторович, я… Да, я уже с рождения, Лев Викторович. Ладно, Ольга Николаевна, идите, занимайтесь вашими делами, и ты, Жанночка, прогуляйся, воздухом подыши. Нам с Никитой Васильевичем надо пошептаться. Да. Лева. Все хорошо, все будет. Да, Ольга Николаевна. Да-да. Заберите эту курицу, а то действительно воняет. Простите. Ну и о чем ты хотел со мной пошептаться? О том, что я тоже выполнял распоряжение. Чье? Твоего будущего тестя. Он тоже знал? Знал. Ну, конечно, знал. Компот. Знаешь, мне иногда складывается впечатление, что ты эти 5 лет провел не в Англии, а где-то на Луне. И вчера с этой Луны к нам грешным свалился. Знаешь правила нашего бизнеса? 10 рублей хорошо, 100 лучше. Вот и вся философия. Все? В общих чертах. Все.
Ну и что ты предлагаешь делать в этой ситуации? Живи! Руководи! Определяй, так сказать, генеральное направление развития нашего филиала, а дерьмо предоставь разгребать мне. А если я тебя уволю? А за что? Я выполнял распоряжение сверху. И Никита, ты чё, ты такой честный? Допустим. Нет, подожди, ответь мне на вопрос. Ты действительно считаешь себя честным человеком? Да. Ты честный? Честный. Ты очень? Очень честный. То есть ты также честно ответишь на вопрос своего будущего тестя? Какой вопрос? Откуда ты взял эту курицу? Кто ее купил? Ты? И вообще, что ты вчера делал в этом районе? Что? И с кем? Лёва, ты знаешь, кто? Да, я знаю. Вообще, я считал себя твоим другом. Но в ситуации, когда ты собираешься меня увольнять, ну, я просто вынужден как-то защищаться. Да-да. Вот так вот. Честный человек. Дай мне 2 дня, и я съеду с твоей квартиры. Тёте привет. Вот компашка у нас собралась, а? Эл! Ну-ка, постой. Здорово. Ты что здесь делаешь? Я-то? А? Гуляю. А что, не дозволено? Откуда у тебя эта зажигалка? Вот это? А не слишком ли много вопросов? Я спрашиваю, откуда зажигалка? Моя, и чё? Дай-ка сюда. Может, тебе еще и куртку подарить? Ты у нее был? Ты руки отпусти! Я тебя спрашиваю, ты у нее был? А хоть бы у нее! Тебе-то что? Она тебе кто, жена? Дать бы тебе. Ну дай, коли охота, коли тебе легче от этого станет. И руки убрал, фармазон. Еще раз тебя возле нее увижу. И че? Похороню. Заживо. Живьем закопаю. Как тебе такой компот? Козел. Что, не похож? Или ты, может быть, кого-то другого ждала? Что с тобой, Никитушка? Что-то случилось? А что ты делала, когда я ушел? Так, по хозяйству. По хозяйству. А у тебя кто-нибудь был здесь? Да кто у меня был? Что с тобой? Вот я об этом и спрашиваю. Кто? Ты следил за мной или как? Можешь мне ответить, кто у тебя был? Не доверяешь мне? Кто тебя спрашивают? Никого у меня не было. Я одна была. Такой ответ устраивает? Иди сюда. Что? Где она? Кто? Никто, а что? Зажигалка вот здесь вот стояла. Отдала. Кому? Ты ведь сам знаешь, ты ведь проследил. Я не следил. Я случайно вернулся, случайно его увидел. А не увидел, так бы и ходил бы дураком. Подожди. Ты говорила, что зажигалка из деревни. Что она деда твоего? Деда. И то, что из деревни, правда. Так зачем ты ее отдала?
Так ему нужнее. А я ведь и не курила никогда. А чего ты убежала? Что, стыд глаза ест? Я не убежала, я ушла. Ты понимаешь, что ты меня обманула? Значит, ты меня и прежде обманывала. Почему ты молчишь? Ответить нечего. О! Что ты смотришь на меня, а? Что, слезки, глазки, штучки эти женские, разжалобить хочешь? Не получится. Ты понимаешь, что я тебе верить после этого не могу? Понимаешь, что это или... Да брось ты свою группу эту дурацкую! Ты вот мне сегодня сказала, что у тебя ребенок. А на каком основании я должен считать, что он от меня? А нет, этого не знаю, там портяночник или... который тебе цветы носит. Я за дверь, а не тут как тут, а? Да ты говори что-нибудь, говори, я тебя прошу. Чем дольше ты молчишь, тем сложнее что-нибудь придумать свое оправдание. Уходи. Что ты сказала? Если ты вправду так думаешь, зачем ты пришел? Иди тогда. Иди. Вот оно когда? А если я в самом деле уйду? Кто тебя кормить будет? Одевать? Кто тебя будет? Кто тебе будет квартиру оплачивать, чтобы ты с этими за моей спиной? Куда? Лия, куда ты пошла? Открой дверь. Слышишь меня? Открой дверь! Если ты не откроешь, я действительно уйду, слышь? Я уйду! Если ты сейчас не откроешь, значит, ребенок не мой. Значит, не мой? Не мой! Значит, все правда. Значит, ты меня просто использовала. Вы все меня просто использовали! Когда-то в детстве у меня был дед. Он жил один за городом. Туда ходил только один автобус. Каждую субботу после школы я ездил к нему. Мне так нравилось забиться на заднее сиденье, достать какую-нибудь книжку и читать. Читать всю дорогу. Особенно, если дело происходило зимой. Окна замерзшие, на улице холодно, а в автобусе так тепло и уютно. Запах солярки. Я ехал и знал, что через час с небольшим я постучусь в его дверь. Услышу звук его шагов. Дверь откроется, и он обнимет меня. Мы пили чай. Он постоянно курил Беломор. Он любил меня. Ни за что, просто так, просто потому, что я есть и приехал. А теперь у меня никого нет, пес. И не знаю, что мне делать, собака. Я запутался. Хоть вешайся. Господи, что мне делать, а?
Да. Кит, ты почему трубку не брал? Я тебе раз 20 звонила. Так, алло, гараж. Девушка с тобой разговаривает. Ручка, пожалуйста. Не слышал. А где твой телефон? В кармане, в плаще. Еще. Я гляну. Так. Ты его вырубил. Он у тебя вообще сдох. Что? Хорошо. Телефон разрядился. Разрядился. Ты что, выпил? Выпил. Кит, ты же вообще не пьешь. И где ты шлялся ночью? Отвез тебя. Потом решил прогуляться. Встретил приятеля, зашли в кабак. Вот такой компот. А утром? А утром... У меня было совещание с Левой, потом... Зачем ты спрашиваешь? Тебе что, Жанна не доложилась? Жанна моя подруга. Вот и я о том же. Не понимаю. Как ты мог забыть о примерке? Вот так. Мог. И забыл. Прошу вас, к зеркалу, пожалуйста. Так, 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 отлично. Нутис, взгляните сами, как вам ваш жених. Супер. Беру вместе с костюмом. Молодой человек, вы извините, может, что-то не так? Бедная девочка, она страдает. Она несчастна из-за этого подлеца. Мам. Скажи мне, пожалуйста, она что, действительно тебе так нравится? Да, мам. Даже очень. Но она немного простовата. Но это ничего. Это не Мам. Так. Она милая. Милая. Значит так, Олег, я считаю, что ты должен пойти к ней. И если она тебе действительно нравится, сделать ей предложение. Я уже сделал ей предложение. Так. Ну, и что же? Она мне отказала. Как отказала? Сказала, что у нее есть жених и прочее. Но она же ничего не знает. Ты должен пойти и рассказать ей все. Ты так думаешь? А как же? Отказала. Смешно даже. Да любая бы на ее месте счастлива была бы. Побежала бы. Припрыжку. Мама. Ты завидный жених, Олежа. Ты прекрасный, порядочный человек. Господи. Ну, откуда у тебя все эти комплексы? Да нет у меня никаких комплексов. А тогда, пожалуйста, будь мужчиной. Вот пойди к ней и расскажи ей все. И объясни ей доходчиво, почему она должна выйти за тебя. Мам, понимаешь? Знаешь, Олег, мне бы хотелось еще успеть внуков понянчить. Ступай к ней, я сказала. Мам. Все. Я слышать даже больше ничего не хочу. Иди, иди. Ой. Что? Что, мам? Что? Ну вот опять голова заболела. Цветы купи и иди. Шантажистка. Это вы. Добрый вечер. Может, я все-таки войду? Чаем-то напоите? Входите, чего уж.
А это вам. И это тоже. Спасибо. Личка, вас кто-то обидел? Вы что, плакали? С чего вы решили? У вас глаза красные. Так, мыло попало случайно. Вы проходите, я сейчас чайник поставлю. Нет, с вами все-таки что-то произошло. Вы пейте чай, Олег Николаевич, пейте. Ладно, ладно. Я, знаете, я зачем пришел? Я хочу узнать, вы подумали над моим предложением? Что вы сказали? Я спросил, вы подумали над моим предложением? Не думала даже. Почему же? Так я уже говорила вам, Олег Николаевич. Но мы же с вами условились. Просто Олег. Я уже говорила вам, просто Олег. Я замужем. А я вам сказал, что вы меня обманываете. Можете считать, как вам угодно. А я-то о своей жизни лучше знаю. Знаете. Да ничего ты не знаешь. Значит, у тебя есть муж. Значит, он затеял ремонт, а тебя временно отселил сюда, да? Прекрасно, превосходно. А что это вы кричите, Олег Николаевич? Да потому что это все вранье. Я только одного понять не могу. Ты сама в эту чушь веришь или нет? Да что это с вами? Не пойму никак. Видит Бог, я не хотел. Но у вашего так называемого мужа невеста есть. Вполне официальная. И насколько я знаю, у них скоро свадьба. Тоже официальная. Так вы с ума сошли, вот что. Я с ума сошел? А как же еще? Ты мне не веришь? Нет, не верю. Хорошо. Хорошо. Вот, смотри. Смотри. Свет, ну хватит, неудобно, мы же на улице. Ну все, довольно? Все, пойдем домой. Вот так. Вот такой у твоего мужа ремонт. Я бы сказал, капитальный. Лия, Лиечка, милая, я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело, но это все пройдет со временем. Выходи за меня. Уедем отсюда, и все будет хорошо. Я сделаю для тебя все, что хочешь. Только скажи. Ты слышишь? Это нехорошо, Олег Николаевич. Что нехорошо? Поступаете вы нехорошо. Что же вы думаете? Раз муж мой меня обидел, так я за вас замуж пойти должна? С чего это мне за вас замуж идти, Олег Николаевич? Потому что ты мне нужна. Я тебе такую жизнь покажу, о которой ты даже не мечтала. Да не нужна мне никакая ваша жизнь. Уходите. Хорошо, я уйду. Но мое предложение остается в силе еще неделю. Ты слышишь? И слышать ничего не хочу. Уходите! Сейчас же уходите! Да что ты себя строишь в самом деле? Что, не нравлюсь я тебе, да? А жить с каким-то проходимцем всю жизнь в дерьме нравится? Нравится! Да предложи я это любой другой. С радостью бы согласилась, побежала бы за мной в припрыжку. Полетела бы! Пусти! Не подходите ко мне, слышите? Чайник горячий, тяжелый, литра натрия! Вы простите меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Это затмение какое-то. Но теперь, когда ты, когда вы все знаете, когда вы все видели... Ничего я не видела. И ничего я не знаю. И в запись твою подлую на телефоне я не верю. Слышите? Олег Николаевич, не верю! Простите меня. Thank you.
Простите, ради Бога. Простите. Вас внимательно слушают. Алло, это Лев Викторович? Ну, предположим. А это кто, если это, конечно, не государственная тайна? Нет, не тайна, конечно. Это Лия. Помните? Мне нужно с вами встретиться. Уже съезжаете? Не поняла. Ничего, проехали. Что у вас там? Мне нужно с вами поговорить. Лучше, если прямо сейчас. Не-не-не-не. Сейчас это вообще, это проблематично, вы знаете. Я вас прошу, это очень важно. Ну, может быть, вы хотя бы намекнете мне о цели нашей встречи. Мне нужно с вами поговорить. Ну, хорошо, ладно, давайте где-нибудь через час. Говорите, куда подъехать. Подъезжайте к дому вашего друга. Куда? Здравствуйте. Да. Ну, зачем же я вам понадобился, милая барышня, да еще в таком пикантном месте? Скажите, вы с ним друзья? Ну, да. В общем, да. Близкие? Ну, ближе некуда. Тогда вы должны знать. Скажите, зачем он поселил меня в квартиру вашей родственницы? Сам он вам по этому поводу ничего не рассказывал? Сказал, что делает ремонт в своей квартире. Убедительно, значит, так оно и есть. Тогда пойдемте. Куда? К нему. Разве вам не интересно, как продвигается ремонт? Мне? Нет, мне не интересно. А мне интересно. Знаете что, Илья? Илья ведь так? Так. Илья, если у вас вопросы ко мне иссякли, я бы с удовольствием поехал домой и лег спать. Есть еще один вопрос. Ответите? Попробую. Правда то, что он скоро женится? Опа. Нет, ну этот вопрос точно не ко мне. Не ко мне. Понятно.
Значит, все так. Нет, я вам ничего не говорил. А тут и говорить нечего, и так все понятно. В общем, так. Мне попасть туда надо. Куда? На свадьбу. Ага. Хочу своими глазами поглядеть, что все это правда. А вы не бойтесь. Я тихонечко. Меня никто и не заметит. Нет, пожалуйста, только я тут при чем? Вы достанете мне приглашение. Я? Нет, нет, нет и нет. Так ведь ежели я сама туда пойду, не пустят? Скандал выйдет. А вы ведь не хотите скандала, Лев Викторович? А? Поздравляю вас, молодой человек. Спасибо. Очень-очень рада за вас. Прошу вас в зал. Пожалуйста, проходите. Располагайтесь. Скоро начнем праздновать. А где невеста? В туалет отошла. Нашла время. Знаешь что, ты поменяй выражение лица. У тебя сегодня все-таки свадьба, а не похороны. Ты не забыл? Это что у тебя? Нет, мы это пить не будем. И будьте добры. Возьми водочку. Так вот, дорогой зятек, дочь у меня одна. Обидишь ее? Потрясающе. Я тебя удавлю. Примите наше поздравление. Спасибо большое, спасибо. Благодарю вас. Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, проходите в зал. Прошу вас, прошу вас. Улыбайся. Поздравляем, Никита Васильевич. Поздравляем. Никита Васильевич, поздравляем. 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 Ты помог все-таки внук. Да. Очень. Волнуется, чтобы всем вместе отметить знаменательное событие – бракосочетание молодой и во всех отношениях прекрасной пары. Дамы и господа, ваши аплодисменты – Светлана и Никита! И мне очень приятно сейчас передать микрофон представителю старшего поколения, отцу невесты, уважаемому Александру Ивановичу Ваганюку. Пожалуйста. Благодарю. Ну, что я могу вам сказать, дорогие мои друзья? Когда у меня была свадьба, мы с моей женой отмечали ее на кухне в коммунальной квартире. Расстелили мы клееночку на тумбочке, нарезали колбаски докторской, выпили по рюмке красного портвейна и разошлись. А потом целых 10 лет мы ютились в маленькой комнатушке в 15 квадратных метрах. Да, времена были другие. Но поверьте мне, несмотря ни на что, мы с моей супругой прожили счастливую жизнь, потому что важнее всего, как поется в одной популярной песне, погода в доме. И вот сегодня, дорогие мои дети, в этот знаменательный для всех нас день я хочу сделать вам подарок. Ключи от этого самого дома. Ну что ж, дом теперь у вас есть. А уж погоду в этом доме создавайтесь.
петь что-нибудь. Надо. Давай. Ну, смелее. Ну что, дамы и господа, вот при виде подарка у нашего уважаемого жениха пропал дар речи. Но, как правильно заметил Александр Иванович, времена изменились. Горько! 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 Горько!